Всем привет! Мы продолжаем путеводитель по городам. Отличная погода, и мы приехали в замечательный город, который раньше назывался Топиау. Сейчас он называется Гвардейск. Здесь сейчас на улице находится 13 тысяч человек. Именно столько людей живет в городе. И прямо сейчас мы пойдем и снимем смешнющий выпуск. Это проект ОК Гуриск. Погнали! Живи, Гвардейск! Живи, Гвардейск! Живи и процветай! Мой город радости моей, я всей душой люблю. Парни, привет! Можно с вами пообщаться немножко? Вы туристы? Нет, с нами нельзя. Но нам запрещено разговаривать. Нам запрещено разговаривать. Потом... Это вон там с сержантом поговорите. Пойдемте вместе спросим. Можно пообщаться немножко с позитивными людьми? Мы... Конечно. Все, сержант разрешил. Откуда? С какого города? Я с города Советск. Советск — это откуда? Калининград. Калининград? Москва. Опа, все, вы нам не интересны, ребят. Спасибо. Как москвичу в Гвардейске? Как тебе нравится здесь? Мне, да, мне нравится. Нас вот это, на экскурсии водят в библиотеку местную, получается. Интересны библиотеки? Ну давай, что ты рассказываешь мне? Ну, вот по-любому ходите, обращаете внимание на девушек. Какие здесь девочки? Да не, меня дома ждет девушка. Поэтому ты про библиотеку говорил. Я хожу в библиотеку, мы здесь читаем книжки. Я как раз таки привлекался в библиотеку. Творческое раз задание было от майора. Стену в детском зале украсить. Покрасить, да, вас позвали? Ну, мы как это, как художники. Художники? Да. Художник – тот, кто создает прекрасное. Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство. Про Гвардейск сейчас что-нибудь придумаем. Я тебе начинаю с точку, ты ее добиваешь в рифму. Ну, давай. Гвардейск – город мой любимый. Даже не знаю, вот честно. Здесь иду я по утрам. И все моему сердцу мило. А люди здесь такие красивые. Как небо по утрам. А небо по утрам такое красивое. Как люди ходят по улице. Как здесь парни в Гвардейске, честно? Ой, плохие. Почему? Невоспитанные все какие-то. Вот что, они кричат что-то, да, вслед вам? Ну да, есть. Ну хотя бы один парень попадался нормальный? Нет. Ну сразу у тебя видно, что вот за тобой бегают же пацаны какие-нибудь. Как их? Да нет, нормальных, только в Калининграде. Ну им же обидно будет, они потом посмотрят. Давай сейчас перезапишем, вы скажете, классные парни, да? Какие здесь парни в Гвардейске? Плохие. Мы честные. Как вам этот город? Да, нормальный, хороший, тут нельзя заблудиться, как в Калининграде. Чем вы сейчас сами занимаетесь? Я хакер. Ты хакер? Угу. Ты же не своим именем там называешься, как тебе называется ник? Nickhacker.fm. Просто что ты плохой хакер, потому что ты уже сказал свой ник всем. Это лайфхак для всех жителей. Как быстро взломать Wi-Fi? Сначала надо создать текстовой документ, написать, ну, по-английски взлом Wi-Fi network и вставлять в сеть, потом равно password, сохраняете крах, взлом.bat, все файлы сохраняете, создаете еще один текстовой документ, просто называете его паспорт, потом сохраняете снова крах, но не bat. А потом включаете там, где bat, взлом.bat, и такой... Черный открывается квадратик, и все мотается, и через 10 минут Wi-Fi взломан. Сами так вот мы тебе очки нарисуем крутые. А зачем ты взламываешь Wi-Fi? Он в основном по злости все взламывает. Меня Аня Калашникова взбесила, потому что она меня заблокировала в ВК, я ее хочу взломать. Вот она тебя заблокировала? Давай сейчас обратимся к Ане, она посмотрит нас. Давай, скажи ей, что хочешь. Подожди, она туда... В телевидении идет? Аня... Я тебе уже взломаю скоро, если ты меня сбесишь. Сами с Гвардейска? Со Знаменска рядом. Куда прям? Нужно обязательно можно сходить. Можно площадь погулять. Вот эта площадь. Еще куда можно сходить? Ну, не знаю еще. Куда ты водишь свою девушку? Знаменск. Оп, так давай про Знаменск. Там тоже на хорошо. Площади. Знаменске на площади. Там видите, как отличается, а? В честь кого назван Гвардейск? О, если б я тут жил, обязательно бы знал. В честь кого назван Знаменск? Знаменск. Ты же там живешь. Нет, окей, в честь кого названа Россия? Вот ты должен знать. Россия? Я не знаю. Вы знаете про Михаила Россиева? Нет, конечно. Серьезно, не знаешь? Не слышали вообще ничего и книжки не читали? Прочитаю. Ну, помните, да, по-любому, наверное, из истории, что Михаил Россиев был, в честь которого Россию назвали? Да. Не, честно, помнишь или ты сейчас прикал? Ну, вспоминаешь, наверное. Вспоминаю. Да, ну, почитаешь, да, обязательно про это? Да, конечно. Ай, как здесь классно в Гвардейске. Какое солнышко, как оно меня ласкает. Люблю Гвардейск. Люблю проект ОК Гуриск, как классно.
Мы прям шли, вы там что-то вот так. Как вы делаете это? Типа разминаетесь? Ну, новый вид спорта? Никак нет. Нет, вы с гвардейска сами? Так точно. Здесь вы... Служу. Я уже понял. Так точно? Никак нет? Сам вообще с Вологды. Отличие Вологды и гвардейска. Где лучше? Ну, отличается. Ну, здесь больше нравится. Центральные улицы, посмотреть архитектуру. А так потусить типа там. Ну, почему? Тоже? Да, непростой парень из Вологды здесь. Компрометирующий у вас такие вопросы. В чем правило? Ты бросаешь одной рукой, второй ты отбиваешь. Перенос массы тела. Вот покажи, чтобы я... Примерно вот так. У вас просто в части нет баскетбольного мячика. Нет. Вам дали теннисный, играйте. Хреново, да, у меня с реакцией? Нормально. Абрикос. Магазин женской интриги. Приехали первый раз в этот город. Что можете про него рассказать? У нас красивая площадь. Даже кинотеатр построили. Что там показывают? Ой, все показывают. Все очень интересно, познавательно. Не работаешь же и гидом здесь? Нет, я дизайнер. Дизайнер? Да. Приходит завтра мэр гвардейский и говорит: меняй, что хочешь здесь. Вот что бы ты сделала бы в гвардейске? Как ты поменяла бы дизайн? Ну, может быть, да. Вот это какой вот все. Какой цвет должен быть? Подстройки поярче можно было бы сделать. Так, еще что? Или китча какого-нибудь. В каком стиле? Китч. Все, он нравится. А вам нравится город? Я первый раз здесь. А где учитесь? Это так. А что про свой город расскажете? Хороший реклама, город. Что вы там изменили? Что там интересного? Я бы цвет поменял бы немножко. В стиле китчи, вот. Как дела? Да, пойдет. Да, видел на Инстаграме. Да, братан, давай. Сами с гвардейска? Да, вместе. Нравится город? Да, он намного лучше стал, он фасады делает. Куда сами ходите? Вы же по-любому отдыхаете, молодежь, куда-то. Какие-то заведения есть сюда? Арарат просто, элитное заведение, ребята. Арарат ходите, да? Арарат. Здорово. Как раз говорим про Арарат. Это твоя тема. Это приятно. Вот пятница, суббота, всем добро пожаловать. Еще один. Смотри, у нас к концу интервью у нас будет очень много людей. Там только пацаны тусят, там же есть девушки. Почему? Конечно, девушек вообще куча. Часто уезжаете оттуда с девочками? Ну, я туда не хожу. Не ведутся, да, девочки на тебя? Ну, я просто чмо. В армии служишь? Да, вот армия России. Ты честно не служишь, что ты гуляешь? Ну, меня отпустили, день рождения сегодня. У тебя сегодня день рождения? Да. Чупаться? День рождения. Во, мы же говорили, у нас больше людей будет. У тебя реально день рождения, или ты врешь? Конечно, нет, 1 мая день рождения, да. День труда и как... Все же празднуют твой день рождения сегодня, да? Да, будем сейчас. Как тебя зовут? Илья. Мир, труд, май, Илья же, да, говорят? Да, так правильно все. Можно с вами немножко пообщаться? Куда? Что вы? Мы преследуем человека. Вот, давайте я с вами попреследую его. Давай. Как думаете, умные люди здесь живут вообще в гвардейске? Вы посмотрите на нас, мы преследуем парня. Ну вы умные? Да, естественно. Давай резко остановимся быстренько, потом... Это очень послушные девушки в гвардейске. Где находится печень? Быстренько так сходу. Я здесь не живу. Где находится печень гвардейский, типа вопрос? Ну такой вопрос, в каком году сборная России по футболу стала чемпионом мира по хоккею? Спроси у Димы. Ну в каком году, как думаешь? Ну, послушай внимательно послушай. Третий вопрос, пожалуйста. В каком году сборная России по футболу выиграла чемпионат мира по хоккею? Ни в каком. Почему? Ну потому что вы неправильно говорите. Наконец-то! У вас есть парни? Да. У тебя есть парень? Нет. Потому что нельзя еще или... Потому что мой парень не разрешает ей. Твой парень не разрешает ей завести парня? Ну мы просто о ней заботимся, типа маленькая еще. Сам с гвардейска? Я здесь живу. Гвардейск — это круто. Вы сами как-то приложили к этому руку? Что-то сделали сами для гвардейска? Естественно. Что вы сделали для гвардейска? Группа Liberty. Это гвардейская группа. Мне этот город нравится. Мне нравится, что здесь происходит. Молодцы фонтан. Молодцы площадь. Молодцы все. Гвардейск. Посмотрите. Вот, дети гуляют. Голуби. Что вам надо? Оружие, наркотики. Здесь ничего не продают. Дети. Дети. А у тебя рок-группа. Есть ты, судя по всему, солист там, да? Да. Есть какая-нибудь песня про гвардейск? Как только гвардейск повернется ко мне лицом, я обязательно сделаю эту песню. У меня вот так, а гвардейск вот так. Вот и весь гвардейск.
Куда можно в Гвардейске сходить? Какие-нибудь места есть прикольные? Ну, по субботам там можно в Аладдин сходить, потусить. Нам говорили про Арарат только. Не-не-не, в Арарат не стоит. Вы хотите скатиться, да? Да. Давайте. Опа, давай, следом сразу, следом. Поддерживайте, кто следующий? Погнал второй, давай третий. Они поедут. Слушай, ну они засали. Они. Давай пусть хоть что-нибудь сделают. Сделаю вот так. Вот, давай. Давай, все, оп, и ты давай что-нибудь. Воу, трюкачи, а? Давай в конце придумай какое-нибудь название вашей банде. ГВ скейт. Как? ГВ скейт. Гвардейск скейтбординг. А, я думал ГВ просто типа. Как вам город вообще? Нравится, прикольный. Прикольный город? Ну, что вам больше всего нравится? Ну, мне нравится... Сейчас, площадь наша. Оператор наш. Автобусов много. Автобусов много? Ну, мало их сейчас. Мало или много? Да, ждать долго. А, еще мне полиция нравится, прикольная в городе. Прикольная полиция. У вас свидание сейчас? Нет, мы просто гуляем. Просто гуляете. Не брат, сестра? Нет. А как вы думаете, вообще умные люди живут в Гвардейске? Конечно. Где находится печень? Можешь показать сходу? Справа. А покажи, где у Алины находится печень. Я тебе сейчас режу. В честь кого названа Россия? В честь кого? Да. Россияне. Имя как было? Не знаю. Ну, да просто, может, угадаешь, попробуй хотя бы. Руслан? В каком году сборная России по футболу стала чемпионами мира по хоккею? Вот это я не знаю. Серьезно, не знаешь? В каком году сборная России по футболу стала чемпионами мира по хоккею? Не знаю. Это его сейчас соса укусит. Я не знаю, я не болею, я не знаю. Приехали снимать про Гвардейск. Ой, я сам не из Гвардейска. Не из Гвардейска? Не, подожди, смотри, короче, прикол. Сейчас, короче, мы перезапишем, ты скажешь, ты из Гвардейска. И что дальше? Ну и просто будем общаться про Гвардейск. Да ну! Да давай, давай. Ну это долго, это долго. Ну давай про Знаменск, давай про Знаменск. Знаменск круче, чем Гвардейск. Конечно. Намного. А что Знаменск, что Гвардейск, мне кажется, это одно целое. Все такие сильные люди. Конечно, все. Все, до единого. Сможете меня поднять? Легко. Сколько даже раз? У вас двоих. Если нас смогли поднять, то и Гвардейск поднимите когда-нибудь. Это 100%. Будущий мэр и заместитель мэра Гвардейска. Кто? Вы. Мэр? Мэр? Ну, в будущем. Мы будем за вас голосовать. Хорошо. Спасибо. Опа! Мы нашли его. Нашли. Что, реально, что ли? Ты отсюда, из Гвардейска? Да, из Гвардейска. Ребят, если кто не помнит, да все помнят. Конечно. Может, ты нам небольшой этот, покажешь нам экскурсию? Прыгнем. Поехали. Давай, и расскажешь немножко. Ну, все, погнали. Это вот церковь, это поликлиника наша. Вот, кинотеатр открыли, 17 мгновений. Ну, музычку, есть музычка, знаешь, такая должна быть культурная, типа музычка классическая. Во, вообще как и надо. Давай. Вот это школа наша первая. Вот тоже окна в виде поставляли. Вот, теперь у нас окнами, да, школа? Да, была безумная. Вот, наконец-то. Была безумная. Вот стадион наш, смотрите. Как на Балтике будет. Почти. Почти. А правда, да, что здесь город начинается кладбищем, заканчивается тюрьмой? Да, кладбище, там тюрьма, да. Опасно, да, здесь городок такой? Нормальный городок, не опаснее, чем Черняховск. В Арарат не идти. А, там... Там, да, бывает. Ну, оттуда можно попасть либо в тюрьму, либо на кладбище, да? Да. Сейчас проедем полицию нашу. О! Доблестную. Вот, полиция везде. А скоро чемпионат мира же, приедут много туристов. Ты знаешь хоть язык-то? Не знаю. Они говорят hello. Ну, hello, я скажу hello. Да. А что с ними разговаривать? Пускай бабки дают, я их отвезу. Да, Иваныч, давай скоро обратно, я в эфире. Я после этого выпуска, ой, столько звонков было. Серьезно? Раскрутили мы тебя? Да, вообще. Вы видели, что мы делаем, что мы творим. Теперь полезный выпуск стал. Если этот выпуск не наберет 100 тысяч просмотров, я уже не знаю, что вам нужно, ребят. Слава, спасибо большое. Чтобы сделать этот выпуск максимально полезным, мы расскажем вам про Гвардейск то, чего вы точно нигде не найдете. Мы открываем новую рубрику «Самые неинтересные факты о городе». Мало кто знает, но город Гвардейск занимает первое место в Калининградской области по количеству людей, прописанных в Гвардейске. Многие ошибочно полагают, что жителей Гвардейска нужно называть «гвардейцы» или «гвардейцы». Однако правильно ставить ударение на второй слог – «гвардейцы». Если вдруг вы захотите отправить письмо жителю Гвардейска, важно помнить почтовый индекс этого города – 238-210. Он появится вот здесь.
Именно в этом городе 17 апреля 2015 года был снят ролик, как женщина в розовой шапке с сумкой в руках идет по улице. В Гвардейском кинотеатре «17 мгновений» находится самая большая аудиоколонка. В Гвардейске каждый вторник ровно в 16:37 собака на площади ест голубя. Вот таким вот был солнечным, ярким и веселым город Гвардейск. А мы поехали дальше, друзья. Пишите в комментариях, куда нам нужно поехать, и мы обязательно туда поедем и пообщаемся с жителями этого города. Это был проект «Окей, Гуревск». Пока!